Давай едем по центру, едь по полосе. Все, ребят, давайте максимальную скорость развил. Офигеть, ты несёшься! Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Оверкус, и сегодня у нас будет эпичное сравнение машин в Брикрикс. Всем здорова, ребята! Друзья, сегодня мы будем заниматься действительно интересным делом. Мы будем выяснять, какая же машина в Брикрикс самая быстрая. Мы добавили две вот такие офигенно быстрые тачки из мастерской. Ну, судя по названию и по описанию, это действительно очень быстрые машинки. У меня вот такая вот синенькая большая, у Некита чуть поменьше. Вот такая вот красная, тоже нереально быстрая машина. В общем, ребят, сегодня мы будем сравнивать эти тачки и выясним, какая из них быстрее, круче, прочнее и так далее. У нас будет что-то типа сравнения и обзора машин. Нам, ребят, кажется, что такая идея вам должна понравиться. Ставьте большой палец вверх. Прямо сейчас сверните видео и поставьте. Заранее вам огромное спасибо. Ну что, Некит, мне уже не терпится сравнить наши тачки. Давай сядем. Я буду на синенькой вот на этой. Капец, она длинная, братан. Блин, но у меня жесть. Она очень красивая. Она у тебя красивая, у меня как будто самолеты, знаешь, 2,5 или 3 машины по размерам моя. Капец, ну от твоей. Военная у тебя тачка. Прикольная тачка. Ну что, Некит, я готов. Я надеюсь, ты тоже. Давай. Отчет, ребят. Нет, перед тем, как мы стартанем, напишите в комментариях, как вы думаете, какая из тачек из этих двух быстрее. Заранее вам, ребят, скажем, что мы их не тестировали, но точно знаем, что эти тачки очень быстрые. Ну что, Никит, все, я готов. Все, давай. Давай, отчет. 3, 2, 1. Погнали! Я в космос! Я даже не успел первую передачу включить, как ты улетел. Некит, я в космос просто, но я хочу тебе сказать, знаешь что? Я без колес остался. Но! Я могу без колес ехать, я, правда, поворачивать не могу, но ехать я могу без колес. Но ты жесткий, Капец, ребят, вот эта быстрая тачка, она оказывается на ускорителях, да? Ё-моё, братан, а какая у тебя максимальная скорость? Ну-ка, давай нажмем. У меня 300. А у тебя? А у меня 200. 200? А почему не 500, братан? А я не знаю. Я вот не знаю. Это да. Я думал, у нас с тобой по 500 на самом деле машина. У меня написано максимально 300 скорость, но дальше 200 она не разгоняется. У меня тоже максимально 300, но максимум едет она 1000... Поедет, да, 1000, 2, наверное, 2 поедет. Ну нормально, братан. Некит, она, наверное, поедет 2000, мне кажется. Ты прикинь, насколько это быстрая машина, ребят. Ой. Я врезался в бугор, Некит, и, короче, умер. Давай врежемся лоб в лоб с тобой, попробуем протестировать на прочность эти тачки. Блин, самое главное... Самое начало встать, да? Нет, ты едешь в другую сторону, я в самом начале встану, где мы начинали. Так, ну я... С другой стороны, вначале. Да, в принципе, без разницы, у тебя тачка мощная, все равно мне шибанет так нормально. Все равно я приеду быстрее к тебе, братан. Все, давай, поехали, братан. Давай, все, уже сразу едем. Давай едем по центру, едь по полосе. Я стараюсь. Все, ребят, давайте максимальную скорость развил. Офигеть, ты несешься! Просто в щепки! От нас ничего не осталось, Некит! Просто ничего! Офигеть! Просто! Ты понимаешь? Дождик какой-то! Знаешь, где я заспавнился? На краю карты просто! Вот рядом с тобой, смотри, вот он, ты, вот он я! Ё-моё! Офигеть, ребят! Вот это скорость у этих машин! Вот это ты врезался! Просто нереально! Нет! Офигеть, брат! Просто капец! Давай еще разок, только я уже не буду давить полностью газ в пол, а буду потихонечку ехать. А потом обязательно махнемся. Я реально хочу потестить твою машину. Она обязательно поменяемся, братан, с тобой. И так, попробуем поедем-то? Ну, туда вот, где мы были. А где у нас трасса вот эта? Я не знаю, аэропорт. Давай попробуем. Так, ладно, давай лучше по мапе. Давай телепортнемся, да, просто по мапе. Ой, нифига, как мы далеко, Некит, с тобой. Ой, так, чуть-чуть не туда, вот сюда. Все, телепортнулся, Некит, я у дороги. А, во-во-во, все, давай. Так. Я сейчас в другую сторону отъеду, короче, и с тобой мы опять врежемся. Ребят, ну это очень забавно, это реально очень жестко. Блин, как повезло, что я ее просто нашел в мастерской. Она нереально быстрая, братан. Просто жесть. Мне интересно, вообще, на самом деле, максимальная скорость, но 2000, мне кажется, она спокойно поедет. Реально, просто спокойно. Так, Некит, я даже до конца не буду ехать, наверное, вот так вот поставлю. Ну, давай. Все, я готов. Максимальную не буду скорость развивать. Ну, я держу... я поехал. Давай, я поехал. Вот я держу 200 километров. Нормально. Ну, 250.
Бам! Ну, о! А ну, моя мощнее! А моя мощнее! Ну, смотри, я умер, но у меня только как бы перед оторвало, ну, и у меня всё. Как бы тоже, кстати говоря, но у меня снесло крышу, у меня оторвало полностью перед. Ну это жесть, братан. Давай поменяемся. И у меня как бы двигателя больше нет. Давай поменяемся, я хочу затестировать твою машину, а ты посмотри, что у меня просто за адская вообще гонка. Подожди, как её? Все, остановил. Я вышел. Стой, я давлю назад, а она едет вперед, Некит. Я не знаю, с чем это связано. Да, это реально очень забавно. Так, вот такая. Нифига, Некит, она у тебя на самом деле красивая такая гоночная машина. Прикольно. Ё-моё, а что здесь тормоза такие, это типа видно? Да. Поднимается вот эта крышка, чтобы, наверное, вот так вот все это было. Офигенно, братан. Так, ну-ка, я сейчас стартану. Неплохо, Некит. Но она у тебя очень. Нифига, как ты меня обогнал быстро, братан. Жесть, ну твоя едет офигеть. Сколько? Ну 201, 202, ну, да, и все, 203. Не очень быстро, но она красивая, Некит. Попробую я, короче, на прямой она территории вот на этой красивая. Разогнаться на этой тачке, потому что здесь реально будет интересно. Ну-ка, прям максимально. Ну-ка. Попробуй, Некит. Сколько? Блин, 200, зато Некит. 1000. Да, 2 поедет. Все. Нет, 2 не поедет. Так у меня больше, у меня полторы вот, ехало. 1500, 1700, да, 1600, да, 1500. Да, она, возможно, 2 поедет. Жесть. Ну, слушай, на твоей тачке очень прикольно дрифтить, братан. Mm-hmm. Она реально вот так вот. Она больше дрифтовая даже, да, а да, да. Для гонок. Давай, короче, Некит, телепортнемся опять на, получается, аэропорт и поедем, ну, уже по оффроуду. Попробуем прокатиться. Я не знаю, как на большой тачке ты будешь там ездить. Офигенно. Да жестко, не, она вообще да? круто ездит по оффроуду. Ну по вот, всему, вот давай, Некит, я уже заезжаю на горочку какую-то, давай. Так. Интересно, вот как я быстро одно. Развалюсь? Она никак не заедет на поворот. Ой, Некит, она у тебя не заезжает. У нее спойлер, короче, мешает. Точнее, бампер, смотри, бампер. Вон он полетел, ой, ты в космос полетел. Точнее, нет. Ребят, бампер мешает заехать. Оп. Слушай, брат, чего? На этой машине я даже с земли на дорогу с трудом заезжаю. Прикинь, как она плохо, короче, заезжает по автороду. Это китайская такая японская дрифтовая тачка. Ну да, это тачка. Тачка, братан. Ну это... Нет, смотри, хотя нет, ребят, вот я заехал на горочку, вроде как неплохо даже получилось. Капец, братан, только я чуть не умер. У меня для тебя сегодня есть новая идея. Так, давай что? Попробуем остановить поезд, поскольку у нас сегодня такая мощная тачка остановить на обзоре. Остановить поезд? Да. Вот а это чё, да. А чё он такой борзой ездит каждый раз, а где встретимся, братан? Да кого, на той территории, там где же, мы где мы и были, да, да, где и всегда. Сейчас я как раз попробую доехать. Место. Наше с тобой любимое место. Окей. На большой тачке, да, будем останавливать? Ага. Так, все, погоди. Я даже годмод включу просто. Мы с годмодом будем останавливать? Да. Вот да, так, ну, ладно. Чтобы не разрушить. Ну, я думал, знаешь, потом без годмода. Без годмода, да, потом без годмода посмотрим, как нас вообще разнесет, братан, с тобой. Так, я, короче, сразу встал на второй переезд, братан. Ну ты понял, на какой. Все, давай, я до тебя сейчас просто долечу. Вот здесь эту машинку оставлю. Давай. Все, и, короче, сядем сейчас за одну с тобой, за большую вот эту синюю, и попробуем остановить поезд. Офигеть. Так, а есть тут место для меня, братан? Подожди, стой. Да, там есть место, полюбасу есть. Давай, я давай, сел. Давай, садись. Давай. Нормально, вставай, у тебя пушка торчит. Вставай прямо на рельсы, братан. Блин, а ты как... через F-ку. Ладно, через F, да. Да, через F-ку вставай. Кстати говоря, надо следить, когда там будет поезд. И как только что... поезд увидишь на прямой, дави газ. Ага, вот сейчас, я, вот сейчас идем. А, вон он едет, он едет. Я вижу, вижу. Все, ребята, готовимся остановить поезд так, на самой быстрой машине. Так, все, годмод у нас включен, и... Так, я себе тоже включил. Тихо. Все, Некит, тебе тоже включил. Я не знаю, как включить. Тут все, ладно, ой, как погнали! Ой-ой-ой! Ой, врезались! Что происходит, Некит? Посмотри, он вообще не хочет останавливаться. Да, его зацепили за. Да, его невозможно остановить, братан. Ладно, давай, короче, довези меня до тачки, до моей, и попробуем, чтоб нас поезд разбил с тобой, короче. Чтоб не мы остановили, а чтоб нас разбомбил, ребят, как обычно. По нашей уже традиции небольшой. А, нет, можешь вот здесь и остановить, короче. Все, я долечу. Ребят, все, лечу, запутать хочу. Оп! Все. Так, я, короче, стану на втором переезде, ты стой на первом. Так. Давай. У тебя зарез плюс. Как раз еще поезд. Как думаешь, мне лучше прямо встать или криво? Я думаю, лучше прямо встать. Я думаю. Не-не-не, вставай криво, братан. Не, ну смотри. Ну, хотя, может, прямо, но я точно криво встану, потому что у меня машинка не такая уж и большая, в принципе. Так, все, я встал. У меня есть интерес. На Евке к тебе сейчас долечу и посмотрим, братан, что из этого всего получится. А ты что делаешь? Колеса просаживаю, чтобы она была ниже. Занизил. Вот он, поезд, Некит, он едет.
Он уже? Едет, готовься, да-да-да, он уже близко. Давай, садись, садись. Или можешь не садиться, пофиг. Давай, давай, где? Давай, вот он уже. Давай! А вот он, здорово, здорово. Сейчас распомпи. На! Ой, слушай! Офигеть, он меня тронул, но он у меня тачка крепкая. Он тебя вообще... О, меня а просто... Тебя, и тебя поезд меня просто обнули, в мясо, а тебя не так жестко, братан. Да. Она а почему чувая, она еще, она еще едет. Да, она и тормозит. Нифига себе, Некит, просто неубиваемая точила, ребята, в Брикрикс. Просто ее невозможно убить. В общем, друзья, вот на такой вот позитивной ноте, наверное, и заканчивается наш ролик. О-о-о, Некит все разбомбил. Мы надеемся, ребят, что видос вам понравился. Обязательно ставьте за такую эпичную серию большие пальцы вверх. Реально, давайте соберем очень-очень много лайков. Также, ребят, не забывайте оставлять положительные комментарии. Чем больше вы напишите крутых и позитивных комментариев, тем больше шанс попасть в следующий ролик в лучший комментарий. Ну а также, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить большие пальцы вверх и подписывайтесь на все наши социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Ну а с вами сегодня, как всегда, были Овер и Кус. Если досмотрели ролик до конца, то напишите в комментариях «Самая быстрая тачка». Это будет действительно прикольно. Узнаем, кто смотрит ролики до конца, а кто не смотрит до конца. Ну а на этом у нас точно все. Я напомню, что с вами сегодня были, как всегда, Овер и Кус. Спасибо за просмотр. Увидимся, услышимся в следующих роликах. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте и пока-пока. Пока, ребята!